Друзья, смотрите, какое небо. Обалдеть можно. Солнце, лучи пробиваются сквозь тучи, сквозь пасмурное небо. Так, а я вас, ребята, на фоне такого шикарного неба. Вот, смотрите, как здорово. На фоне такого шикарного неба, такой природы красивой, я вас приглашаю на вечернюю болталку, ребята. Идемте, поболтаем. Пока я тут фотосессии делала, забыла свое плетение. Я вообще хотела вместе с ним снимать, но, в общем-то, я забыла. Ребята, вот такие эти получаются. Ну, я пока только учусь. Вот. Пока только учусь. Пока маленькие они у меня получаются. Но вот такая вещь получается. Это природный материал талаш как раз. Но здесь у меня просто... Мне не терпелось, я хотела попробовать плести. Конечно, в идеале надо сушеный талаш. Потом его кипятком замачиваешь буквально там на 2-3 минуты. И полотенцем промакиваешь. Ну, чтобы он не совсем размок, а так чуть-чуть увлажнился. Ну вот, получается такая салфетка под горячее можно. Ну, что-то для декора из натуральных материалов. Вот, очень даже красиво. А вот это то, что я первое плела вот с лилейника. Ну, тоже. Тоже очень даже ничего. Ну, тоже я сырого плела. Вот сейчас-то у меня вот здесь сушится он, лилейник этот. И вот надо обрезать тоже бы здесь. И насушить. О, какой красивый закат, ребята. Ну, а я вас приглашаю, показываю вам цветы. Все же они цветут. Ну, вот хотела сейчас полить, конечно, вечером. Да неохота. Комары кусают меня. Простят меня, конечно, мои цветочки. Вот, за мою лень такую. Ну, неохота мне сегодня. Что-то я сегодня прогулялась, не рассчитала силы, и прям сил не осталось у меня. Ну вот, ребята, такой прекрасный день, солнечный. Прям такая солнечная осень. Прям хочется гулять и гулять. Вот, а я сегодня все-таки решила покопать начать. Смотрите, какие петуни. Ну, шикардос. Ой, вообще. И мне даже не верится, что вот-вот и начнется промозглая осень такая с дождями, когда уже все-все увядает. Смотрите, алисум какой красивый стал. Потому что крестоцветная обложка не ест уже. Вот небо шикарнючее. Короче, я начала копать вот здесь. Все-таки я там решила под цветы оставить. И какие-то у меня планы вообще. Перевернула все. И по-другому хочу. Короче, хотела копать. Начала копать. Мне так тяжело. Не стала я копать. В общем-то, позвонила Ивану сегодня. Позвонила Ивану, чтобы он приехал мне скопал. Но, к сожалению, он пока занят. Смотрите, одну яблочку нашла. Пока он занят, в общем-то, не буду я сама копать, чем мне спину надрывать. Позвонила Ивану. Ну, все равно мне и здесь скопать надо, вот под клеенкой. И здесь скопать надо, и там скопать надо. Ну, там бы, естественно, я вручную не копала. Ну, и решила, короче, вот раз я протравила, видите, травка желтеет, а трава подействовала. Вот, я решила скопать. В общем-то, так вот. Ну, не знаю, вот тут Иван приедет мне копать. У меня тут астрочки растут, а я вроде бы их хотела пересадить, но, короче, замоталась и не пересадила астры. А теперь они уже взрослые, не знаю, приживутся, нет. Ну, если с комом земли, конечно, приживутся. Вон бархатцы цветут. Вот это вообще красивый, прям такой этот яркий, а здесь оранжевый. Ну и вот здесь у меня земля уже. А здесь вот бархатцы сегодня для букета рвала, семена раскидала. Ну что, взойдет, то взойдет. Пусть будут. Тазики пока стоят, ждут своей очереди.
Потом я наполню немножко попозже. Ну, может быть, завтра наполню. И этот чуть позже надо будет луковичные посадить. Хотела еще показать. У меня тут редисочка зашла. Все выходные вроде я сажала. Вот рядочком. Надо было побольше посадить. Вот она прям. Она сейчас вообще, потому что днем тепло и короткий световой день. Ей прям вообще шикардосно расти. Редиски. Вот канны. Я все думала, когда же они у меня выйдут. Наконец-то они у меня вышли. О, дайдачка. Вот это я понимаю, масштаб. Так, ну сегодня не полила. Завтра надо полить. Может, с утра полью, не знаю. Алёшка до сих пор спит, а мне скучно. Мне, ребята, скучно. Я его сейчас, наверное, пойду шуметь, будить буду. После рыбалки. Вот. Очень хорошо. Ну, я сегодня прогуляла с таким удовольствием, ребята. Прям, это прям что-то. Да, сейчас, конечно, на природе классно. Прям кушать, готовить на природе. А там, смотрите, там даже красное что-то. Ой, вообще, ну... Завтра, наверное, погода будет тоже хорошая. Ну, хотя ночью холодно уже. Уже холодно. Ну, ладно, хоть бабе лето нас порадовало в этом году. Лето не видели, хоть вот мы бабе лето увидели. Очень хорошо на улице. Вот, столько много впечатлений. Столько много красоты. Когда много видишь красоты, и в голове как-то все укладывается красиво. Конечно, еще можно вот землю, которую скопала, можно обработать. Хотя бы фитоспорином полить, что ли ее. Фитоспорин-то у меня есть. Леечку взять просто для этих... Для полезных этих... Полезные там бактерии всякие для земли. Вот. И просто леечкой пройтись немножко хотя бы. Ну, вот я говорю, а сейчас Иван пока не может... Надо ждать его. В конце недели, возможно, скопает. Но если я, конечно, завтра буду в силах, то я скопаю под лук и чеснок. Не знаю, посмотрю. Хочется, конечно, скопать быстрее, приготовиться. А то вдруг дожди польют. Еще что-то. Сегодня, ребята, я сделала трубочки из лаваша. Просто лаваш берешь, на кусочки режешь его. На четырехугольники, прямоугольники. Ну, кто как делает. Можно конвертики сделать. Я трубочки заворачивала. И начинка зеленый лук и яйцо. А потом уже вот эту трубочку обжариваешь на сковородке, на подсолнечном масле. Такая вкуснотища, ребята. Ну, вот эти закусочные рулетики прям обалдеть. Во рту тают. Готовятся 3 минуты. Съедаются тоже 5 секунд. Я Лёшка еще не вставал, мы еще не ужинали. И плов приготовила быстренько. Потому что начала как бы копать и чувствую, что нет у меня сил копать сегодня. Короче, бросила я все это дело, пошла кушать готовить. О, ну, смотрите, что там, как будто этот, как фонарики горят, да? Представляю, какой там закат, когда с многоэтажки смотришь вот туда. Сторону. Там вообще, наверное, шикарно. Да и так хорошо. Ну, комарики кусаются, конечно. Комарики едят. Ну вот, сегодня 16 сентября, ребята. Как я думала, петуни там уже все загнулись, уже хотела выдергивать. Ну, посмотрите, старание, труд, все перетрут, ребята. И все цветет. Поэтому руки опускать, конечно, никогда нельзя. Прям такое блаженство сидеть здесь. Даже не верится, что скоро снег пойдет. Не хочется, конечно, снега. Ой, хорошо как. Ну что, пойду, наверное, Алексея Константиновича будить. Буду шуметь принципиально. Ну что ж, мне скучно, сейчас он выспится и ночью будет меня будить. И мы так друг за дружкой ходим.
то он меня будет, то я его бужу. Поэтому не высыпаемся оба. Так, луковичные готовы. Кукурузу себе нашелушила. Ну так, короче, мелкие дела. Охота еще в лес пойти, конечно. Ой, ну вот, кстати, да, я сегодня семена какие-то вот эти там шла по дороге, ну, до Ларисы. Синенькие такие. Это исоп был, исоп. Ну, я этот, нарвала там пару этих кисточек с семенами. Тоже надо вот раскидать. Но я еще пойду туда, потому что там лапчатка растет, а мне так охота лапчатку. И там четыре цвета: розовая, желтая, белая и голубенькая. Ну, взять, отрезать, как бы. Лариса говорит, ну подойди, тихонько отрежь. Ну как отрежь? Человек увидит меня в окно и скажет, цветы воруют. Никак я хозяйку не могу увидеть на них ценой. Хотя бы это пару веточек отрезать, начеренковать попробовать. Ну вот. А, сегодня клубнику хотела пересадить, тоже ремонтантную. Но руки не дошли. Так, ладно, короче, надо пораньше лечь. И завтра уже дела делать. О, как хорошо на улице. Красота. Пойду-ка еще попробуем там поснимать. О, закат. Ну, хорошо, ребят. Всем-всем сегодня трудный день был. Понедельник. Всем хорошей трудовой недели. Хорошего настроения и хорошей погоды. Солнечной. Шикарно. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ребята, ставьте лайки и комментарии пишите. Кто как землю обработал на зиму?